Это день этой свечи. Пусть это будет у вас традиция. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо родителям, но гости поздравят потом. Но сейчас наступает кульминационная минута нашей регистрации. Потому что сейчас вы должны обменяться красивыми символами. С сегодняшнего дня это будут символы вашей любви. Обратите внимание, колечко круглое. Это означает, что это бесконечная любовь. Кольцо сделано из благородного металла, это золото. К нему не пристает никакая грязь. Я вот вам желаю, чтобы ваша любовь была точно такой. Бесконечной, чистой, взаимной. Пожалуйста, жених, ваши уже теперь супруги. Я подержу. Колечко снимайте. На правую ручку. И мысленно дайте клятву любить друг друга вечно. Мысленно. Это очень интересно. Теперь вы точно так же, глядя в глаза своему супругу, дайте мысленно клятву, что будете вместе всегда и в горе, и в радости. Что вы сегодня и подтвердили по большому счету. Все, я вас поздравляю. Теперь вы муж и жена. Елена Валерьевна, вам здоровья, быстрее выписаться из больницы и радовать.